коробки летят. Итак, с вами мистер Лягуха. Сегодня я вас обучу с моими друзьями, которые чем-то бесятся на Е2. Самому Е2, да, вы не ослышались. Вы будете обучены Е2. Это первый туториал. Здесь мы будем учиться пользоваться правильно ифами, и они будут что-то болтать одновременно. Ладно, пофиг. Ну и помимо этого мы будем еще учиться делать свою первую entity, которую мы сможем юзать. Да-да, вы не слышались, саму entity. Итак, для начала вам нужны не кривые руки, вытащите их из жопы, возьмите ваш тулган, возьмите экспрессион и откройте его. Итак, первое, что мы пропишем. Так, в название вы напишите какую-нибудь калака молакака. Потом напишем интервал. Интервал 100, это чтобы у нас постоянно обновлялся чип. Сделаем пробел там, чтобы если было как-то. First, это будет означать, ну, if вообще означает случай, событие, которое должно произойти, чтобы что-то сработалось в этих кавычках. Итак, у нас написано first, то есть один раз во время запуска чипа оно проработает. Так, идем дальше. Что мы хотим написать? Самую популярную команду. Да, не забывайте, после вот этих субочек сделать кавычки, давай. Пишем holocreate. Да-да, вы не слышались. Само создание голограммы. Назовем ее holocreate 1. Так, что у нас произойдет? Мы не вспомним. И что это появилось? Какая-то фигня, ладно. Так, приступим. Теперь у нас есть голограммка, да? Теперь нам нужно сделать, ну, событие, что если мы юзнем эту нашу голограммку, что должно произойти. Итак, укажем овнера. Смотри-ка, смотри-ка, откуда у меня скачанный чип? Бог весть. Юзать эту штучку. Затем мы укажем, что он должен с ней что-то сделать. Как это в дерьме летать скачет? Окей. Окей. И сейчас главный фокус. Главный фокус – это то, что должно быть над этим событием. Это событие дистанции. Да-да. Овнер у нас должен быть на дистанции. Ну, дистанции пишут. Не арбуза. Ди, кажется, дистанция. Да, дистанция. То есть нам еще чуть не забыл прописать позицию, потому что тут по вектору идет. То есть нужна позиция. Позиция нашего игрока к дистанции Holo Entity. То есть пишем Holo Entity, это вот это наше, что мы создали голограмму. Я рвусь убил. Указываем здесь не Holo Entity, он используется как Entity, чтобы не вытаскивать из кубок очень много. Какой нет гуманный. Так вот, также указываем координату. Господи, Легун, ты глянь. Затем мы создаем скобочки. Мы их открываем, чтобы схавать наше событие вот это вот, чтобы производится, если что для. А, ну да, чуть не забыл. У нас же по дистанции. Дистанция пускай будет 200. Если дистанция меньше 200... Все вот в банке, вот, вот это, дистанция меньше 200, то у нас срабатывает следующее. Если он не нажимает там use, у нас что? Мы делаем интересно, ну. Колопос. Один. Овнер. А импорт. То есть это то, что еще Легун там что-то снимает. Игрок. Игрок. Он что-то делает. Ну, давай посмотрим, куда мы. Ему нежелательно умирать, а то он возьмет и бан тебе даст, я его знаю. Так, ладно. Нас били. Господи. Итак, у нас есть. Так, подходим, нажимаем Е и. Ой, что это было? Мы хватаем нашу Entity и таскаем его, куда мы хотим. Да, он их правда снимает. Мы таскаем его и таскаем туда-сюда. Куда слышал, что он сейчас в скайпе говорил? Так, я должен его слышать. Это очень простое. Простое, скажем так, таскать на Entity. Но это мы отложим. Сторонку я хотел чип написать. Итак, опять повторим. Ставим интервал для обновления кода. Это у нас будет тугловая, ну, кнопочка. Ставим if. Ну, давайте поставим 2 if. Ну, можно и так. Так. Нам нужно сделать выходы. Давай это будет у нас выход set, как на кнопке, и выход. О, вот. Создадим кнопку. Так. Этой вот базуки уже полгода где-то. Похлоу. Вот что. If. Out. И они дамаг не наносят, да? Нулю. Не, больше. А, дамаг не наносят. То у нас будет set равен. Нет, это у нас будет out, ведь мы вводим значение out, это как в стандартной кнопочке. Равен сету. А если out равен однёрочке, то у нас давайте будет
А Израиль так. Он выход. Он равен одному. Если же нет, это в следующий раз. То есть если случай не исполняется, это вот равен нулю или. Себе можно как-то лишить патронов? А, так вот откуда я тебя знаю. Это солнечная система. Ты мне так, кстати, иди. Только я ее так и не закончу. Так, не так назовем ее, назовем. Нет, зачем вообще? Нажимайте там так, ладно. Цилиндр поменять. Ставим, думаю, или свет, да? Нет, мы не используем свет, мы возьмем что-нибудь. Так цилиндр у тебя перекроет, не будет красиво, так нормально. Что можно использовать? Точно. Нет, скрин. Просто два кольца. Я их перекрасил. Так, у нас есть. Yeah. Иначе у них тени тупые какие-то. Используем нашего работа. Просто вам показываю работу со случаями. Так, сет, он будет у нас тайм-ауту, то есть мы ставим вот 0. Чип нравим нулем. Сейчас нужно А подставить. То есть он будет получать значение. Так. Поставим 1. Ну, не понял. Аут. А равно аут. Ставлю 1. У тебя ради того, чтобы выстрелить с Тессергана, я должен расстреливать все мои 31 пуль. А вот есть равен 1, то лайф тон. А, я забыл добавить выходы. Лол. Еще кое-что. Я не я просто не знаю, как себя лишить всех пут. А вот это нам особо нужно, нам нужно что? Лайф тон. Так, берем А и подключаем лайф тон. Так, так. Сволочь, да она не работает. Или я не так выдаю значение? Ну сейчас мы узнаем. Так или не так. If а, ай, фу. Извините, перепутал. У меня с этим проблемы сейчас. Не туда поставил. Извиняюсь, сейчас. У меня с этим проблема, я там по пути как попадет, не попадет, ставлю. Так, сет. Сет. Ура! Я без патрона. Ставим один. Ну, приступим. А, подключаем к лайфхатону. Лол. Так. И все равно у нас... Сейчас, нет. Секунду. Тут хэдшот. Короче, сейчас мы прочитаем, что у нас должно принять значение. У нас должен принять значение... Мне же больно. Точно. Вот эта вот штучка нам мешает. Да, я немного затупил, извентиляюсь, обрежем. Потрачено. Все, чик, чирик. Бяка. Конечно. Чик, чирик. Все. Ну возьму, я сейчас рассказал про простые игры. Да, у Лигуна там совсем основа. Раиф вам рассказал, что сделать, как создавать Holo Entity и так далее. Итак, чтобы вам показать, вот не учиться, так как хоть это и туториал, я должен вам все объяснить, но нет. Все, к сожалению, учатся по E2 Helper, там вот такая кнопочка E2 Helper. Итак, вы узнали про Holo, вы вводите просто надпись Holo, и вот сколько у вас возможностей, что вы можете с ними сделать. Дать им тень, размер, модель. Даже в самом Holo Create прописано офигища настроек. И тут все подробно описывается, записывается, что и как, и что означает. Также вы можете уставлять цвета, делать видео и невидео. Да, и все это понятно. Так, еще есть цикл for. For. Когда вы создаете, первое значение это начало отсчета. От какого цикла до какого цикла. Чтобы мне еще корабль туда добавить. Что делать? Давайте создадим Holo Create. Давайте 2 и сделаем вот что. Так, ну Holo Create 2. Ой, вот повторяться у нас это не, было глупо. Давайте подумать. Не, я должен внимательно. Точно, создастся очень много у нас или нет холок. Мы пропишем очень интересную штучку t++. У нас будет равно t. Это так, знаете, перемена она постоянно меняется с каждым прочтением кода на единицу больше. И будет color у нас вот color t запятая вектор, и тут будет у нас run до от нуля
до 255, и это нам нужно повторить через запятую несколько раз. Зенитка неплохая, это РГБ, красный, зеленый, синий. Итак, и поставим колобос, умираем босс. Так. Но это не специально для вон того корабля. Это че? А, то есть ты его создал? То есть ты создал, сам на нем летаешь, и против него же сам ставишь оружие. Тоже можно. Да. Синглплеер такой вот. Ну одному тогда ставим. Ну у тебя чип не стоит, если 20 человек станут перед ним. А, забыл. Т. На, ли у нас он грузит. А вообще не все по банку. До 10. Смотри, раз, смотри, он в первом уроке чего решил устроить. Итак, это у нас был цикл 4. Ребята, я просто им объясняю про цикл 4, про if, else, объяснил, как создать entity. Смотрите, сейчас покажу. Так вот, я хочу научить их контролю дистанции. Сейчас, подождите. Так, где тут? У меня entity должно быть под номером 1, его надо найти. Вот, entity. Я нажимаю E, он двигается. Если я нажимаю E не рядышком, то ничего не происходит. Если я нажимаю рядом с ней, смотря на нее, то она двигается. Ну, такое небольшое взаимодействие с данной entity. Я объясняю, как пользоваться едва хелпером, зачем он нужен и так далее. И как что соединять. Итак, еще раз объясню про едва хелпер. Как вы видите, есть много, скажем так, возможностей. Ой, сейчас смотрю, у меня такая идея. Но, к сожалению, показано столько 100. Поэтому давайте посмотрим, что у него сделать, и пускай напишет нам больше вариантов. А мне, по идее, короче, запилить летающие. Так, еще есть Holo Entity. Пришла. Приятная вещь. Но есть еще такие вещи, например, как set pos. Он указывает позицию. Если вы видите E двоеточие V, то это значит, что вы можете какому-нибудь объекту что-то прописать. Давайте возьмем. Мне кажется, нужны голограммы нашу, еще больше. Не знаю. Это проб уже спавним. Больше, чем 255. Проб спавним. Это 300. Назовем наш. Занимаешься аэробикой? Да, это фу. Не так, так. Вектор у нас будет какой-то. Лигу, ну за тебе вопрос, короче. Век. Вектор у нас будет. Хотя вектор расставне. Нужно чем-то написать, давайте напишем entity. Действительно маленькая голограмма. Это че? Запятая 1. Итак, у нас. Его лягух или лягун зовут? Так, берем, дайте вот эту штучку на первом. Ну вообще-то по идее лягун. И напишем, что это у нас. Лягун. Занимаешься аэробикой? Так, типа. И вырубесник. Роб, это еще entity. Чтобы у нас опять сохранялись данные о этой entity. Так, теперь. Нам нужно, когда мы нажимаем E рядом с нашей холкой, так это цикл 4 надо убрать, он нам сейчас не нужен. Занимаемся, ну, нашей холкой, нажимаем на нее E. Пускай у нас еще производится вот что. Роб, точка, set post. Как я и говорил, двоеточие это приписывание, если вот как вы видели, тут E и двоеточие вектор. Set post. Укажем координату, давайте. Ну также у меня rainbow. Так, нажимаем. Итак, сейчас достался про. Ничего. Мы начинаем передвигать, и он также передвигается с координатой. Также, чтобы проверить, что это я не что-то взял просто к холке и сделал, что там мой. Ты все врешь, ты гад, ты сволочь такая. Ты че нам дуришь мозги? Я сделаю вот что. А летать, я закрою, хочу. Видите, оно убрано. Это считается, типа, закрыл. Я могу даже удалить по вашему желанию. Вот, удалил, чтобы вы точно доверились мне. Я себе ноклип на фонарик сделал. Ну, оно создается, видите, а самой холки нет. Но из-за того, что, скажем так. Ну ладно. Тут стоит один мод, который заставляет целиться в определенную точку, чтобы удобно парить. И как-то снапшот или там, не забыл, смарт-снап, что-то. Но все равно двигаемся по нашей именной точке. Так, подождите, надо. Ну, вас хочет заставить смотреть на него и двигать его таким путем. Ну ладно, все равно это классно. А, не, нам все равно нужно быть в радиусе вот этого вот холки. Чуть не забыл. Двигать. Такс. Что, ну что, вы, надеюсь, усвоили первый урок. Он был очень маленький, не знаю, как вам. Мне достаточно хватило, мне еще нужно и свое писать. Так что удачи, всем спасибо, с вами был Лизун. До свидания.